Я хочу знать, как вы. И я здесь не для того, чтобы потерять это, потому что это так замечательно, и я не могу этого удержать. Есть семя, которое вы посеете, и это будет вашим семенем славы. Все, что есть у Бога, все, что Бог может сделать, станет вашим. Есть время, когда Бог откроет свою кассу для вас и скажет вам: войди и возьми, что ты хочешь. Всякий раз, когда ты этого хочешь, до конца своей жизни, живите по большим стандартам и свидетельствуйте. И скажите миру, что я сделал это для вас. Поднимите руки и воздайте хвалу Богу. Итак, касса. Бог может открыть свою кассу для вас. И говорит: получи, что ты хочешь. Иди, куда ты хочешь идти. Живи, где ты хочешь жить. Езди на том, на чем ты хочешь ездить. Носи то, что ты хочешь носить. Покупай то, что ты хочешь покупать. Стань туда, где ты хочешь стоять. И я говорю здесь, я говорю. И больше никаких здесь людей, у которых нет денег. Дни нашей нехватки закончены прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса я распинаю всякие финансовые страхи прямо сейчас. И я провозглашаю воскресение на вашу жизнь. Все нечистые денежные духи должны уйти. Я сказал, нечистые духи. Вы дети Божьи. Вы в нехватке из-за этих нечистых духов. Это не духи от Бога. Бог умер, чтобы вы были богаты. Перестаньте лгать себе, что вы не сделаете этого. Вам тогда не следовало приезжать на это собрание. Вы сделаете это. Перестаньте обманывать себя. Сила Божья в этом собрании. Слава Божья в этом собрании. Я чувствую сверхъестественную славу в этом собрании. Я чувствую, как ангелы движутся. Святой Дух движется в этом собрании. Сегодня, сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Мы отказываемся от того, чтобы вы были без гроша. Мы отказываемся от того, чтобы ваши деньги крал этот мир. Это безденежье не для вас. Христос. Иисус Христос.